Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы знаете, КВН часто сравнивают со спортом. Ну, с этим можно согласиться. Состязательная составляющая, командный дух, большие нагрузки. И если я воспользуюсь спортивной терминологией, я должен сказать, что сегодня мы с вами присутствуем на заключительном рубеже четвертьфинального этапа открытого турнира Высшей украинской лиги КВН 2008 года. Но, замечу, КВН — это не только спорт. Это в лучших своих проявлениях, это и маленькое искусство. КВН — это для миллионов и миллионов молодых людей в разных странах, если хотите, образ жизни. Это КВН — это и болезнь, которая, в общем, бессмысленно лечить, лечению она не сильно поддается. В общем, суммируя все сказанное, я опять возвращаюсь к мысли, которая, может быть, кому-то и не понравится, но, тем не менее, я считаю, что КВН — это событие. И вот, начиная очередную игру сезона событий Украинской лиги, я должен, естественно, начать с нашего предигрового девиза. Мы начинаем КВН. Киевская сцена, вернее, сцена Международного центра культуры и искусств «Октябрьский» в городе Киеве принимает очередную пятерку команд. На этот раз это третья пятерка, познавшая успех в первых играх, в играх 1/8 финала. Их задача на сегодня — закрепить этот самый успех уже в четвертьфинале. Итак, третья пятерка команд. Команда КВН «Кто остался после цирка?» — город Одесса. Команда КВН «Дельфинарий», город Пинск, Республика Беларусь. Команда КВН «Тернопильская Соблыва», город Тернополь. Команда КВН «Сургутнефтегаз», город Сургут, Россия. И команда, представляющая Национальный технический университет Украины, Киевский политехнический институт, Политех Киев. Ну и, конечно же, в игре сегодня присутствует и весомо, как всегда, присутствует команда нашего уважаемого жюри. Представляю вам его состав. Заслуженная артистка Украины, лауреат национальной премии Шевченко Ольга Сумская. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, посол доброй воли ООН Лилия Подкопаева. Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко. Чемпион Украины по автогонкам, автомобильный эксперт, телеведущий Алексей Мачанов. И еще одного члена жюри я с удовольствием представлю. Я оставил его представление напоследок по двум причинам. Во-первых, он дебютант КВНовского жюри, ну, несмотря на это, человек зрителю хорошо известный, популярный человек. А во-вторых, у него, вот приятно, что он этот вечер решил сегодня с нами провести, у него сегодня день рождения. Популярный актер Сергей Астахов. История КВН знает много напутственных фраз, но мне пока ближе всего к сердцу традиционная «Ни пуха, ни пера». Итак, напомню, что все четвертьфинальные игры проходят у нас под девизом «Закрепляем успех». Ну, время начинать. И для начала мы используем самый вольный КВНовский конкурс – фристайл. Начинаем демонстрацию свободных стилей команд. Старт процессу готова дать первая команда. Команда КВН «Политех», город Киев. Добрый вечер, уважаемый зал и люди, сидящие в нем. Мы давно уже играем в Высшей украинской лиге и все тут про всех знаем. Знаем, кто сюда ходит по билетам. Здорово, балкон! Знаем, кто ходит сюда, пользуясь своим служебным положением. Здравствуйте, Юрий Алексеевич! И пришла пора познакомиться с нашей командой поближе. Это Иван. Иван сам из Донецка, а учился во Львове. Поэтому школу он закончил с медалью за отвагу.
Это Владимир. У Владимира на груди набиты золотые купола. Нет, ну не полностью, конечно. Без припева. Это Анатолий Тимощук. Это Виталька. Виталька хотел баллотироваться в мэры, но военкомат решил по-другому. Кстати, насчет военкомата. Это Дима. У него на медосмотре врачи обнаружили $1000, через которые отчетливо просматривались сколиоз и плоскостопие. Да. А это кто? Это сын мой. Ну, просто дома не с кем оставить, так я с собой взял. Капец! Мне бабушку тоже дома не с кем оставить, и что? Ну, я ж здесь тихонько сижу, никому не мешаю. Не, ну так и он мешать не будет, а возможно даже поможет. Ну, посмотрим. Случай на вахте в женском общежитии. Стой! Куда идешь? Маленький мой, ты что, потерялся, да? Где твои родители? Бабушка тебя не бросит. У меня есть конфетка. Мы с тобой и чайку попьем. И мамку найдем, и папку найдем. Пойдем! Случай на автозазе. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, вы провели краш-тест моей Таври? Да, провели. Все, как и ожидали. Вдребезги. Ага. Понятно. Так, а что с манекенами? Какие манекены? Ну, вы сажали манекены в салон, чтобы понять, какие травмы наиболее распространены при столкновении. А, так зачем манекены? Мы туда главного конструктора автомобиля посадили. Зачем? Чтобы он как-то искупил свою вину. В общем, все прошло хорошо. Вот, можете посмотреть фотографии. Ой-ой-ой. Ой-о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 й
Ага, да, так. Вот уже после. Ага, так, а, так, а в чем разница? Ну тут конструктор явно лучше вышел. Сына! Сына, значит так, папе надо переодеться, постой здесь, никуда не уходи, хорошо? Когда вырастешь, за кого голосовать будешь? За Черновецкого. Отрывок из мультфильма «Остров сокровищ». Значит так, пиратская команда. Так, три шага на север от пластикового дерева. Раз, два, три. Два шага на восток. Раз, два. И полтора шага просто вперед. Раз и оп. Ну что, может здесь? Сейчас проверим. А, да, здесь лайф принимает. Алло, Флинт, где сокровища? Сокровища нам нужны. Алло. Кастинг в библиотекаре. Здравствуйте. Здравствуйте. Следующий. Да что ж такое? Случай в семье. Дорогая. Да, любимый. У нас дворники украли. Боже мой, какой кошмар. Что? Дворники украли у нас. Что? Дворники у нас украли. Что украли? Ты знаешь такие маленькие штучки на лобовом стекле? Поняла, поняла. Так это их дворники украли, да? Милый, милый, ну не кипятись. Ну давай у них тоже что-то украдем. Метлы. Совки.
Дура! Дворники у нас ничего не крали. У нас украли дворники. Балбес! Не путай меня. Мне и так все тяжело дается. И вообще, мне нужен кондиционер для волос. Что? Кондиционер для волос. Что? У дворников спроси, что умник, блин. Первое свидание. Извини, я опоздала. На, держи. Спасибо. Так, я не поняла. Дима, кто это? Это что за раритет? Это наша новая учительница. Знаю я. Сначала она учительница, потом няня, а потом ее вообще из дома не выгонишь. Таня, подожди меня в машине. Юля, и все остальные девушки в зале, поймите, что отношения между мужчиной и женщиной – это как урок труда. Вот что-то делаешь, стараешься, а все равно всегда получается скворечник. А ты просто кохай и будь коханою, любовь и до дна, и любовь и будь пьяною, просто кохай. В начале четвертьфинальных баталий мы договорились, что из каждой четвертьфинальной игры далее в полуфинал проходят по две команды. Кроме этого, по результатам всех трех игр составляется итоговый рейтинг, и в соответствии с ним мы доберем еще несколько команд для полуфинальных игр. Сколько? Ну, это давайте подождем окончания сегодняшней игры. Пока игра только начинается, и свою версию фристайла готова продемонстрировать команда КВН «Сургутнефтегаз». Сургут. Добрый вечер! Знаете, мы уже неделю в Киеве и поняли, что киевляне очень добрые и отзывчивые люди. Да, точно. Да, точно. Ходят на улице, обнимают. Очень приятно. Очень классно, да. Вообще. Мы тоже, как и вы, любим сало. Некоторые из нас его даже носят. Точно. В смысле? Ну, носят. Точно. Вот, носят. Вы такие добрые, у вас по всему городу палатки от дождя стоят. Так классно. Вообще, вот так. Супер. Ребят, а знаете, что мне горничная вчера сказала? Москали, які ж ви телепні. Не знаю, как переводится, но так по-доброму звучит вообще. Спасибо вам за доброту. Мы в долгу не останемся. Поехали! Ну что ж, и для начала молдавский спасатель проверяет утечку газа. Не, нормально, пацаны, утечки газа нет, выступаем! Солнышко, тебя Катя зовут? Да. А как ты догадался? У тебя вот татуировка на костяшках. Катя и солнышко. Весна! Представьте, мультяшный Карлсон в отделении милиции. Руки за спину! Я сказал, руки за спину! Ну-ка, руки за спину! Не дурочка, побежали прыгать через костер!
потерял я тебя, Снегурочка! Эй, ну ты долго там? Я уже шампанское открыла. Ах ты, проказница какая, а! Историческая миниатюра «Рынок рабов». На галеры. На сахарный тростник. На диету. Ну сколько жрать можно? Обычная ситуация, но необычный случай. Я пассажира с ночного клуба «Арена» забрал. Где 18-е кольцо Сатурна? 19-е! 19-е. Ты чё, новенький, что ли? Ну да. Вези его, студенческая 55. Приятного пути вам и вашему пассажиру. Пристегнись, животное. А теперь представьте, Кощей мазохист. А, о, а! Давным-давно, в далекой-далекой галактике, где космические корабли бороздили просторы вселенной. Бабуль, ты можешь про себя читать? Я же фильм смотрю, ну! Хорошо! Пойдемте блинов нажарю. Русские женщины очень сильные. Они могут и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить. А вот водку пить мы так и не научились, да, девочки? Спасибо. И в продолжении темы, представьте, женщина, инструктор по вождению. Здравствуйте. Здравствуйте, мужчиночка. Сегодня мы с вами будем сдавать экзамен по вождению. Пик-пик-пик-пики. Ну давайте, что вы делаете в первую очередь? Ну давайте. Естественно, в первую очередь я пристегиваю ремень безопасности, вот. Вообще... В первую очередь мы садимся в машинку, достаем сотовый. Алло, Надюха, я нашла машину! Хай! Давайте, что у вас там дальше? Ну, дальше, естественно, завожу автомобиль, жду, пока он прогревается. И сразу минус балл получаете. Потому что нужно сделать? Нужно посмотреться в зеркало. Вдруг у нас тушь потекла. Вдруг помадка размазалась. Мы же будем ехать. Мы же будем причиной ДТП. Все ругаются, а мы красивые такие. Ну что у вас там дальше, давайте. Ну я включаю, значит, первую скорость, медленно отпускаю сцепление, давлю на газ. И там вам машет минус балл. Привет, говорит, да? Потому что нужно сделать? А, и снять машину с ручника. Давайте вместе. Давайте снять с ручника. Конечно. Как бы вы все равно уже не сдали, давайте посмотрим, как вы держите руль. Ну, руль я, естественно, держу обеими руками так твердо, по-мужски, да? По-мужски, значит, по-тупому, да? Как мы держим руль? В одной руке помадка, в другой сотовый. Красимся, разговариваем и локотульками рулим.
Ну что, на стульях потренировались? Пойдемте в нормальную машину, пойдемте. Просто игра, где начало, до конца судьбу решают слова. И будь что будет, будет. Просто игра, и мы на линии огня соединяем сердца. Любовь не судят, судят. Просто игра. Знаете, а закончить хотелось бы словами одного известного в Киеве человека. За наше выступление нам не соромно. Осенние полуфиналы пройдут у нас в традиционно дополненном составе. Два первых полуфинала сыграют победители четвертьфинальных игр сезона, а вот в третьем полуфинале сыграют команды нашей высшей лиги и премьер-лиги КВН. Продолжаем закреплять успех, продолжаем конкурс фристайл. Команда КВН «Дельфинарий», Пинск, Беларусь. Город зеленого цвета, Пинск. Ты так похожа на лето, Пинск. Зелень лесную одета, Пинск. Слова твои. Добрый вечер, Киев! Нам дуже подобається ваша українська культура. І саме тому ми вирішили присвятити свій виступ видатним українським письменникам Тарасу Шевченко та Івану Франко. Євровидені Ані Лорак виграла би легко, якщо б їй пісню написали Тарас Шевченко та Іван Франко. Ну что ж, дорогие друзья, представьте, самый маленький мексиканец. Hey! Случай на дискотеке. Девушка, вы танцуете? Нет. Вот и у меня как-то не получается, вот. Манчестер виграв кубок, а Челсі перемогти не змогло. На полі не було Шевченка, на полі не було Франко. Случай в елітному ресторані. Офіціант, мені, будь ласка, шардоне 1812 року. Давайте мені корочки чорненько, давайте красненько заверніть. Подождите, я же вас узнал. Ви ж у нас в школі трудовиком були. То есть вы сейчас хотите унизить трудовиков, да? То есть вы хотите сказать, что трудовики пошиковать не могут, да? Не могут трудовики пошиковать, жалко им эти... А сейчас представьте, большинство мужчин глазами женщин. Бе, 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 бе. Євро-2012 приведет Україну легко. Якщо дороги встигнуть збудувати Тарас Шевченко та Іван Франко. Шествие олімпійського огня через Росію. Думай, 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 упоительный в России вечера. Ну что ж, а теперь представьте криминальный пчелиный улей. Привет от кислого! Дорогие друзья, а помните из детства? Божья коровка, лети на небко. А теперь то же самое глазами божьей коровки. Божья коровка, лети на небко, там твои детки кушают котлетки, всем по одной, а тебе...
Дорогие друзья, и в завершение хотелось бы сказать. В России и Украине очень красивые девушки. В Белоруссии очень красивые девушки. Вот как-то обидно за другие страны, на самом деле, правда? Беларусь сильная, Беларусь красивая. Самая моя, самая моя любимая. В игру готова вступить очередная команда третьего, участница третьего четвертьфинала. Смотрим фристайл в исполнении команды КВН «Кто остался после цирка? Одесса». Здрасте. Хоп, мусорок, не шея мне срок, машина Зингера иголочку сломала. Извините, сорвались. Начать бы хотелось с комического фарса. Я злой, я нехороший налоговый инспекторище, я бяка. Здрасте. Ха! Это ты, жалкий субъектишка предпринимательской деятельностишки? Вы меня узнали. Ха! Ты знаешь, кто я такой? Я злой. Я помню. А ты принес свою декларациюшку? Ты что это? Честно указал свои доходы? Честно. Честно-причестно? В нашей сценке и честный налогоплательщик побеждает злого инспектора. В нашей сценке, но не в нашей стране. Ха! Давайте посмотрим, как в Украине строится стадион для Евро-2012. Михалыч! Михалыч! Чего? А какой сейчас год? Так это, 2008. А, так успеем еще. А если не успеем, Михалыч? Если ж... А если не успеем, в Италию поедем. В Италию! Спокойной ночи, Михалыч! Спокойной ночи, товарищ Суркис! Летучая мышь 6 часов простояла вверх головой и умерла от кровоизлияния в ноги. А теперь представьте, очень романтичный муж, но очень прагматичная жена. Дорогая, в этот замечательный вечер я принес тебе этот прекрасный букет. Опять он цветы принес. У нас сын в школу ходит в лопухе, в ванной вместо полотенец подорожник. Моя мамочка уже третий год новости смотрит по кактусу. А он носит и носит, носит и носит. Ботаник, подари мне хлеба! А у нас следующая комическая зарисовка. Представляете, пропал. Вот ребенка сделал и пропал. Мы знаем, как тебе помочь. О боже, сколько грязной посуды. Мистер Пропер? Ах, вот он где. А сейчас представьте тривиальный случай в криминальном районе Амстердама. А сейчас встречайте, команда КВН, сборная «Кончи заспы». Привет, Киев! Мы приехали к вам из столицы Украины. «Кончи заспы». Понимаете юмор, да? Ну
Миниатюра «Свет и мрак». Свет. А. Мрак. А. Я часто бываю в Верховной Раде и все время слышу: разворовали страну, разворовали страну. Ну, разворовали и разворовали, чего хвастаться? Правда, Масик? Команда КВН «Кончи заспы», кто остался после дефолта? Единственная команда КВН, которой спонсор не нужен. Но есть. Понимаете юмор, да? Недавно закончился проект «Великі українці». Ну? Кто из вас реально считает, что Ярослав Мудрый важнее Тараса Шевченко? Подводя итоги проекта «Великие украинцы», мы хотим сказать, что все мы великие. Правда, не все украинцы. Сезон событий. Последний четвертьфинал и последний фристайл на этом этапе. Команда КВН «Тернопільська особливо». Тернополь. На планеті Земля є такі місця, де ніколи не тягнув лайф. Це Підгороднє, Пототори і Кошляки. Саме звідти до вас приїхала команда КВН «Тернопільська особлива». Віталік, ми минулого разу вже говорили цю шутку. Так з того часу нічого ж не помінялося! Шановне панство, і одразу народні традиції. В ніч перед виборами кандидати в народні депутати сидять дома і ліплять вареники. А кому на наступний день не пощастить, то і далі 5 років сидить дома і ліпить вареники. І у нас випадок на київських вулицях. Давай, піднось, вещи піднось. Мужик, ти що робиш? Ваша машина стояла в неположеному місці, ми її забираємо. Давай, піднось. Та ти на номера подивись. Я дивився на номера, давай, піднось. А мигалки ні про що не говорять, ні? А ти мене не лякай, давай, піднось. А зовнішній вигляд нічого не нагадує? Та нічого не нагадує, давай. Зашибісь, евакуатор евакуатора забирає. І в нас випадок в дуже гламурному бутіку. Добрий день. У мене завтра дуже важлива презентація. Мені потрібно щось особливе. А, будь ласка, рекомендую вам платтячко від Гуччі. Гуччі. Ви знаєте, Гуччі цього сезону не в моді. А тоді, будь ласка, Дольче Габбана. Дольче Габбана. Ви знаєте, воно мене трішечки повнить. А тоді рекомендую вам П'єр Карден. П'єр Карден. Боже, яка краса. Скільки коштує цей шедевр? А в нас все по 55 гривень. Привіт, Віталька. Привіт, Валік. Бачу, в тебе нова дівчина, да? Та ні, це стара. Її просто виправ Спервуль Color Magic. Зустрічайте, президент України Віктор Ющенко. Магічний красавчик, скільки А дорогі друзі, останнім часом дехто говорить, що я як англійська королева. Всі знають, що вона є, ніхто не розуміє для чого. Далі про економіку. За останній рік економічна ситуація в Україні суттєво змінилася, і це не може не вражати. Ось сухі цифри. Валовий внутрішній продукт перевищив валовий національний продукт на 55%, що дало нам можливість зробити секвестром деномінацію коштів і спрямувати русло ліквідності в офшор. Я розумію, що вам ці цифри нічого не говорять, але повірте мені, це не може не вражати. І наостанок хотів би звернутися до Верховної Ради України. Шановні парламентарі, оскільки ви ніяк не можете визначитися зі складом коаліції, рекомендую вам звернутися до виробників сигарет «Парламент».
Вони точно знають, як 400 штук діляться на два блоки. Дякую. А ми продовжуємо. І зараз ми подивимось, як Таня з нашої команди дуже бурно святкувала день народження. Вибачте, це 28-ма квартира? 28-ма? Так, я не зрозумів, там що, комусь погано? Я не знаю, мені подзвонили. 28-ма квартира. 28-ма, 28-ма. Вас теж викликали? Викликали, ну дзвоніть скоріше. Ну, дзинь-дзинь. Хто там? Стриптізерів викликали! Нещодавно відбувся конкурс дитячого малюнку «Світлана Лобода. Очима дітей». Переміг 6-річний Василько, який намалював картину «Світлана Лобода. Очима мого батька». А у нас реклама. Набридло прибирати? Є вихід. Шило в попі. Шило в попі, веселіше прибирати. Двічі швидше, шило в попі. Новини науки. Конструктори авто ZAZ-DEU випустили нову модель Таврії з двигуном на біопальному. Як то кажуть, з чого зробили, на тому і їздимо. Кельвін Кляйн. Ми вміємо додати шарму. Живанші. Ми вміємо зробити вас неповторними. Ейвон. Ми вміємо боротися з конкурентами. А у нас мініатюра «Самий добрий даїшник». Добрий день, сержант Петренко, ваші документи. А, нема? Дома забули? Та то таке, з ким не буває. А талон тихогляду? Просто відклеївся. Ну, нормально. Страховка є? Нема. Ну, ясно, що ж нам на дорозі станеться, наша нам страховка. Відповідно, ні вогнегасника, ні аптечки нема. Щасливої дороги, пане Луценко. І номерів нема. Красавець просто. Пані та панове, хотіли би звернути вашу увагу на такий факт. На останніх виборах в Києві на виборчій дільниці прийшло всього 48% виборців. Друзі, ми перестали вірити в казки. Дорослішаємо! Піду під вечір я по двору гуляти, бо зовсім вечором не хочеться спати. Сьогодні вечором не будуть спати усі варіанти. Сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче. Голово сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче. Сонце пече, річка тече, влітку на вулиці так гаряче. Фрістайли зіграні, болельщики лікують, команди появляються на сцені. Прошу. Итак, все внимание приковано к столикам жюри, поскольку наступило время первых оценок. Максимум за фристайл 5 баллов. Уважаемые жюри, я попрошу ваши оценки в порядке выступления сегодня команд. Итак, пожалуйста, 5 баллов максимум. Политех Киев. 4, 4, 4, 4, 5. Этот же конкурс фристайл Сургутнефтегаз.
Все судьи 5 баллов. Команда КВН «Дельфинарий» из города Пинска, Белоруссии. 4-4-4-3-3. Команда КВН «Кто остался после цирка Одесса?» 4-4-4-4-4. Все судьи 4 балла. И этот же конкурс «Тернопольская соблыва». Все судьи 5 баллов. Переходим к средним баллам за фристайл. Андрей Чевурин, Валентин Иванов. Вашими устами, в данном случае, надеюсь, глаголит истина. Средний балл за первый конкурс. Средние баллы за фристайл. Политех Киев 4,2 балла. Сургутнефтегаз 5 баллов ровно. Дельфинарий Пинск 3,6 балла. Кто остался после цирка Одесса 4 балла ровно. Тернопільська особлива 5 баллов ровно. Ну что ж, именно такая картина сегодня предшествует самому КВНовскому конкурсу, коим является разминка «Играем и ее». Каждая команда приготовила, как известно, по одному вопросу со своей версией ответа. Вот они передо мной. Поехали. Прошу. Правда ли, что время не властно над истинными ценностями? С философских истин начнем, пожалуй. Повторите, пожалуйста. Правда ли, что время не властно над истинными ценностями? Правда. Коли татари заходили в село, вони грабували жителів до останньої нитки. Державна податкова адміністрація, традиції збережені століттями. Еще вариант. Правда ли, что время не властно над истинными ценностями? Конечно, правда. Смотрите, как доллар падает. Правда ли, что... Ой. Правда ли, что время не властно над истинными ценностями? Совсем другой вопрос получился. Правда, сало и 500 лет было назад сало. Спасибо. Прошу, ребят. Как проверить качество косметики вашей спутницы? Типично мужской вопрос, мужчина и отвечает. Как проверить качество косметики вашей спутницы? Нужно дать ей щелбан, и тогда плохая косметика посыпется и пойдет трещинами. Резкий способ. Так, еще раз вопрос. Как проверить качество косметики вашей спутницы? С утра. Спасибо, все, дальше. Прошу. Влияет ли футбол на сельское хозяйство? Вопрос. Влияет ли футбол на сельское хозяйство? Ну, не знаю, как здесь, но у нас в Тюменской области сбор урожая картофеля снимают на видеокамеру, чтобы потом анализировать ошибки. Еще раз. Влияет ли футбол на сельское хозяйство? Влияет. Теперь у меня есть свое собственное сельское хозяйство. Ну и хорошо. Спасибо. Дальше. Нафига козе баян? Ты точно прочитал-то? Да. Там именно это написано. Нафига козе баян? А я считаю так. Если животное талантливо, то пускай развивается.
Повторяй. Нафига козе баян? Она аккомпанирует Козловскому. Это чисто наше мнение, извините. Как в Сургуте популярен представитель Украины. Пожалуйста. Нафига козе баян? Нафига стране бензин? Еще раз. Нафига козе баян? Напевно, на Євробачення збирається. Ну хорошо, давайте, киевляне, ваш, в смысле, ваш, не ваш, не знаю, вам вопросик достается вот этот. Как каскадеры отмечают свой профессиональный праздник? Как каскадеры отмечают свой профессиональный праздник? Гуляют в розовой маечке по гидропарку. Спасибо. Разминка окончена, жюри в работе. Ну что? Последний протокольчик совершает путешествие к компьютеру. И я думаю, что я уже могу пытать членов жюри, какие же оценки они поставили за разминку каждой из команд. Максимум 6 баллов. Все это, наверное, уже и знают. Вот как команды в том порядке, в котором они перечислены в ваших протоколах. Итак, конкурс «Разминка». Политех Киев. 4-4-5-4-3. Разминка «Сургутнефтегаз». 6-6-6-6-4. «Дельфинарий-Пинск». 4-4-5-4-3. Кто остался после цирка «Одесса»? 4-4-5-4-3. И разминка «Тернопильская соблыва». 6-6-6-5-5. Спасибо. Редакторы дорогие, пожалуйста, средний балл за разминку и сумма за два конкурса. Прошу. Средние баллы за разминку. Киев 4 балла ровно. Сургут 5,6 балла. Пинск 4 балла ровно. Одесса 4 балла ровно. Тернополь 5,6 балла. Сумма за два конкурса. Политех Киев 8,2 балла. Сургутнефтегаз 10,6 балла. Дельфинарий Пинск 7,6 балла. Кто остался после цирка Одесса 8 баллов ровно. Тернопільська особлива 10,6 балла. Не могу не отметить, что две команды пришли вот к этому моменту нашей игры с одинаковыми оценками. 10,6 балла. Это Сургутнефтегаз и Тернопільська особлива. Ну и понятно, что все решится в последнем конкурсе, жанр которого обозначен тремя словами. Музыкальное, домашнее задание. На финишной прямой нашей игры команда КВН «Кто остался после цирка» Одесса. В нашей жизни существует много пробелов, и сейчас мы их заполним. Вот, например, раньше пели песни про профессии, а сейчас появились новые профессии, а песен нет. Восполняем! Риэлтор, 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 квартирный дилер, ты ну кто же виноват? Риэлтор, 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 ты вводишь в дом реально всех подряд. Младший ассистент, мальчик молодой, все хотят поуправлять тобой. Если бы ты стал менеджмент на пять, сам бы мог такими. Пухле, пухле, пухле.
Сапоги старшей сестры. Метросексуал. Манекенщицы Марина и Кристина. Полон дом костей. Да у тебя же мама сталевар. Да у тебя же папа тракторист. Да сам ты родом из Житомира. Какой ты нафиг стилист. Тоже есть пробелы. Восполняем. Великі ПГТ говорят, yeah! Це наша Украша, держава наша. Это Луганск, где два львовских парня Славко та Димон уже восьмой день не решаются купить хлеба. Слухай мене, Димоне, ото підходиш і кажеш, дайте мне хлеба. І все! Та щось мені лячно! Та що ти хліба не можеш купити? От ти коняра! Сам ти коняра! Слиш, я щось дубкую! Та я так вже 100 разів робив, давай йди! Дайте мне хлебки в больницу! Да я ж казав! Вот ты коняра! Сі, куди ти пішов? В Ужгород, пішки! Та я їсти хочу! Великі ПГТ говорять, yeah! Це наша Украша, держава наша! В экономике нашей страны тоже есть пробелы. Например, бензин подорожал настолько, что некоторым приходится продавать машины. Наш вам совет. Если настолько подорожал бензин, надо продавать бензин. Вы понимаете? Вы понимаете, какой пробел я сейчас вам заполню? Одесский R&B! Знаете, Одесса, там, а вам не здесь, а Молдаванка. Молдаванка, персом бересит. Тут командир солдатам так приказывает. Шагом марш, или я вас умоляю. Открой свои уши и туда же послушай. Только тут ты попробуешь кошерные суши. Тут ты узнаешь правду про Буша. Да Джорджик пока в Америку не уехал, на привозе торговал груши. Отдыхали все братья в одесской Аркадии. После автопати было эфт-эфт-пати. Текила мартини, но мне не было хуже, потому что рядом сидела мама. Сыночка, кушай. По городу пойдешь, дири-дири-бан. На припорты выпадешь, дири-дири-бан. Маленький мальчик с детства скрипач. Скрипка заменила ему машинки и мячик. Вокруг теток. Видимо, невидимо! Сарочка, да он может лобать на евро-евро-евро-видении! Потому что есть недорогая комнатка у моря. У Черного моря. Двигаемся дальше. На сцене команда КВН «Дельфинарий», город Пинск. Вы никогда не задумывались, что мы слишком много времени проводим в интернете, где нас постоянно приглашают в какие-то дурацкие группы?
Ну что ж, давайте посмотрим, в какие группы интернет приглашает нас сегодня. Ну слушай, вот появилась первая группа. Группа для тех, кого раздражает, что наушники постоянно запутываются в кармане. А вот еще одна появилась. Группа для тех, кто достает мобильный телефон, чтобы посмотреть, сколько время. Смотрит время и, забыв, кладет его в карман. А вы знаете, у нас с ребятами есть своя группа. Группа людей, которые поют о современных музыкальных направлениях. По воле рока и джаза, и рок-н-ролл у нас таков. Зачем все ждут, скажи на милость, заремиксованных хитов. И это Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Это гангстер-рэп. Покуда со мной, выклянусь, моя песня не спета. Я пою тебе его. Выйду ночью в клуб постоять. Ой, постоять! Не один такой я видать. Не танцует тело, дергает нога. Вот что делает с людьми кислота. Парламент-дядя. Темная ночь. Только регги звучит в тишине. Только дреды торчат в голове. И Боб Марли играет в парламент-дядя. Не вешать нос! Хиты Земфиры и руки вверх. И Салтыков, глаза Антонов и Серов. Азиза Глызин, Пресняков. Попса нигде не истребима. Ну что ж, двигаемся дальше. Итак, следующая группа. Группа людей, которые ненавидят, когда привязывается какая-нибудь дурацкая песня. Ты ходишь целый день и напеваешь ее. А вот-вот, очень интересно, группа специально для мужчин, которые сохраняют смс-ки с поздравлениями на 23 февраля, чтобы знать, кого потом с 8 марта поздравить. А вот только что кто-то создал вообще ржака. Группа для тех, кто в маршрутке специально выбирает место подальше, чтобы деньги не передавать. А вот очень интересная группа. Группа поддержки шахматистов, представляете? Давайте посмотрим. Б4 на Б8, ты ходи, и мы походим. Раз, два, три и четыре. Мы играли, наши пальчики устали. Мы немножко отдохнем и опять играть начнем. Наши кони лучше ваших, наши кони веселей. Наши кони вашим коням наваляют мат. Ну что ж, в следующей группе состоят люди, которые сначала расскажут вам концовку анекдота, потом спросят, а ты знаешь этот анекдот, и начинают его сначала рассказывать. Ну а в этой группе был каждый человек. Группа людей, которые сначала обулись, потом вспомнили, что что-то забыли, и так аккуратненько на носочках по ковру бегут, чтобы его меньше испачкать. Ну и последняя группа. Группа людей из оркестра, который был вынужден играть на «Титанике» до самого последнего момента. Встречайте. Роман Карлович, стоп. Одну минуточку можно, да? Значит, у меня для вас такая информация. Наш корабль «Титаник» тонет. Я попрошу вас играть и что-нибудь такое, только чтобы не было паники. Ну, Иван Иванович, вы же меня знаете. Все, спасибо большое. Роман Карлович, я все понял. Спасибо большое. Роман Карлович, Иван Иванович, сейчас все будет легенькое. И... Поздно ночью «Титаник» вы
вам денег дать, а? Да, мне да. они все равно не понадобятся, пожалуйста. Да? А? А сейчас специально для гостей с носовой части корабля звучит следующая композиция. Дорогие друзья, на самом деле вот в мире существует очень много групп, но мы решили вступить в еще одну – клуб любителей Киева. Спасибо! Музыкальное домашнее задание. Политех Киев. Дорогие друзья, мало кто знает, что страшнее дня ВДВ есть только день ПДВ. Итак, гуляет налоговая за ПДВ! Стоять! Ты заплатил налоги? Да. Живи спокойно. А ну-ка, девочка, давай, как ты умеешь, годовой отчет. Ай, расцена, мужик! А что ты? Я что ты сделал для налоговой? Я 3 года на горячих точках, на базаре. А мне жена налоги платит. Да я сам себе налоги плачу. Вот это мужик! Саня, а давай нашу. Давай. Мы наступаем на всех направлениях. У СПД подскочило давление. На нас забивают с утра и до вечера. Дни до отчета нам кажутся вечностью. Давай налог за прошлый год и за кредит, и за доход. Давай плати за все сполна, а то поднимем старина. Плати за воздух, каждый свет, за ужин, завтрак и обед. Буряк, картофель и морковь, и за друзей, и за любовь. Налоговая служба Украины. Мы берем с вас 20%, а любим на все 100. Заплати налоги! Иногда даже самым талантливым людям требуются услуги психоаналитика. Итак, психоаналитик сборной Украины по футболу. Здравствуйте, господа футболисты. Ничего, что я называю вас футболисты, господа. Давайте рассмотрим такую ситуацию. Допустим, вы проигрываете 3-0. Хотя почему допустим? Когда вы проигрываете 3-0? Что нужно делать? Забивайте. Вот это вы постоянно и делаете, ребят. А нужно дальше играть в футбол. Давайте по персоналиям. Саша Шавковский. Мне кажется, все дело в вашем имени. Давайте попробуем его поменять, ну, например, на Ипполит. И тогда у вас на футболке будет написано не Сашо, а Ишо. Да? И тренеру на пресс-конференции будет легче оправдываться. Да, у нас есть вратарь Ишо. Теперь давайте о позитивном. Все знают, что Анатолий Тимощук в составе «Зенита» выиграл Кубок УЕФА. Анатолий, поделитесь своими впечатлениями. Гоп-стоп, мы взяли Кубок УЕФА. 2-0, и начинается лафа. А спонсор спрашивал полночи: чего ты, Толь, хочешь? Может, новую машину, квартиру в центре Сочи? А я сказал, что срочно простили все долги страны за газ. А ну-ка позовите Шеву, старенького Шеву. Он пускай посмотрит, сколько нынче пользы приносит популярный и самый лучший кубок УЕФА. Поехали! Стоп, ребят. На сегодня все. Завтра проведем тренинг на стадионе. Будете играть при пустых трибунах. Но мы без болельщиков не можем! Капец. А с болельщиками вы можете, да?
Савик Шустер настолько популярный телеведущий, что его иногда приглашают в разнообразные проекты. Итак, телепроект «Свадьба с Савиком Шустером». Как-то неожиданно все получилось, да? Вот так говорить не надо. Просто скажешь «да» и все, становись сюда. Я напоминаю, это проект «Свадьба с Савиком Шустером». И первый вопрос хотелось бы задать жениху, да? Сергей, согласны ли вы взять в жены Татьяну? Как-то все неожиданно получилось. Да что ж такое? Уважаемые гости, у вас у всех в руках есть пульты. Давайте голосовать, да? Повторю вопрос. Согласен ли Сергей взять в жены Татьяну? Варианты ответов. Цифра 1 – да. Цифра 2 – нет. Цифра 3 – да нет. Цифра 4 – нет – да. Цифра 5 – Ярослав Мудрый. Шутка, понятно, да? Никаких «да» – нет и «нет» – да. Просто «да», «нет» и Ярослав Мудрый. Пока гости голосуют, я приглашу к микрофону отца невесты. Пускай сегодня за столом у нас не все хорошо, но я обещаю, что к серебряной свадьбе мы поставим на стол говядину, осетрину, черную икру и, наконец, проведем таки метро на Троещину. Спасибо. Господин Шустер, у меня к вам вопрос, как к организатору, кто разрешил на свадебной церемонии присутствовать стриптизерша? Я не разрешал. Так а чего же они тогда? Но я и не запрещал. Ну, да? Понятно. Что ж, по-моему, гости проголосовали. Я повторяю вопрос. Сергей, согласны ли вы взять в жены Татьяну? Я подумал, я согласен. К сожалению, гости проголосовали по-другому. Поэтому поздравляю вас, Татьяна, и, соответственно, вас, Ярослав. Это была свадьба с Савиком Шустером. А на самом деле, в жизни бывают ситуации гораздо смешнее, чем на сцене. Ну, согласитесь, очень смешно, когда тебе на свадьбу дарят конверты, а там письма. Или смешно, когда у тебя соседская девочка сверху учится играть на скрипке, снизу соседский мальчик учится играть на саксофоне, а у тебя перфоратор поломался. Смешно, когда ты маршрутку вот так останавливаешь, она подъезжает, ты вот так делаешь. Смешно это, когда ты в сауну с женой приходишь, а тебе банщик говорит, а последние две были лучше. Смешно это, когда ты на последнем этаже живешь, а тебя соседи справа затопили. В общем, друзья, жизнь — это смешно! А ты просто кохай и будь коханою, любовь и нужна, и любовь и будь пьяною. А напоминаю, мы присутствуем на последней четвертьфинальной игре сезона событий. Последний конкурс идет — музыкальное домашнее задание. На сцене команда КВН Тернопольска «Особлыва». Ну що ж, добрий вечір, дорогі друзі, ще раз. Вслід за проектом «Великі українці» команда КВН Тернопільська «Особлива» представляє вам свій проект «Великі парадокси України». І у нас перший парадокс. Виявляється, в самих гламурних нічних клубах столиці і в клубі села Гнилички Тернопільської області танцюють однаково. Доброго вечора, любі друзі! Зараз Володимир з села Гнилички Тернопільської області покаже вам найпопулярніші рухи в київських нічних клубах. Отож, перший рух у нас називається «Дирижер». Калян танцует лучше всех. Каляночка, большой успех. Йдемо далі, і наступний рух називається «Скромняшка». Калян танцует лучше всех. Каляночка, большой успех.
проєкті на сьогодні рух називається просто «Пістолетики». Калян танцює тут чи всі. А зараз Володимир вам покаже, як танцює в нічному клубі дівчина, яка прийшла в дуже короткій міні-юбці. Калян танцює тут чи всі. Ну і на завершення рух, який називається «На сьогодні хватить». Чорні глаза, спомінаю у вірогу, чорні глаза, я тільки хотів. Якщо ви бажаєте, щоб цей парадокс переміг у нашому проєкті, присилайте смс з текстом «Ні, не хочу», або просто приносите 2 гривні до нас у студію. Народна мудрість. Поганим футболістам коментатори мішають. І в продовження футбольної теми ми представляємо репортаж з матчу Голландія-Україна на телеканалі УТ-1. Доброго вечора, шановні телеглядачі! Сьогодні у нас на каналі, що б ви думали? Правильно, футбол. Ви подивіться, які гості у нас сьогодні на трибунах. Перший президент України Леонід Кравчук, другий президент України Леонід Кучма, третій президент України Леонід Кучма, четвертий президент України Віктор Ющенко. Мені тут тільки що повідомили, що до нас доєдналась чисельна армія радіослухачів. І для них я повідомляю результати лотереї Кено. 3, 48, 56, 25. А ось і закінчився наш матч. І ви знаєте, неважливо, хто виграв, хто програв. Головне, що Україна залишається найспівучішою нацією в світі. Якось я мав на кишені 5000 рублів. І побачити Голландію я сильно захотів. В Амстердамі випив пива, в Роттердамі з'їв батон. Ну а потім я пішов на центральний стадіон. Там голландці зібралися грати в футбол. Всі сказали, що вони не заб'ють нам навіть гол. Вони вийшли на поле, щоб не впасти на коліна. А після них на поле вийшла збірна України. А там олені, голені, небриті, не голені, дивні створіння, замість ніг у них коріння. Кримінальні новини. За минулу добу в Києві не сталося жодного злочину. Ведеться слідство. І в продовження теми найпарадоксальніше пограбування в Україні. На твоїх рісницях іні, на моїх рісницях теж. Потому що в холодильник ми залезли з тобою, Сережа. Там і м'ясо украсть хотіли, і консерв всевозможних теж. Но захлопнулися двері, і ніхто нам не поможе. Поздний вечір в Самсунге теплотой нас не балует. Замерзает дыхание, руки, ноги и талия. Мы с тобою прощаемся уже как две сосульки. И над нами склоняется поздний вечер в Самсунге. Сільські вісті. В селі Потутори Тернопільської області нарешті провели інтернет. Тепер там колорадських жуків тупо банять. Ну і як ви вже зрозуміли, найпарадоксальніша річ в Україні – це сільське господарство. Отож, випадок в колгоспі. Так, що то таке? Як таке во могло статися в нашому колгоспі? Зоотехнік. Зоотехнік? То во вже зоотехнік. А ти вже зоотехнік.
Скажи мені, як можна було весною нікого не запитатися і посадити 200 гектарів того вод? 200! А я що? Я тоді вон до зоотехніка прийшов і питаюся, що тобі треба, щоб прогодувати цілу ферму того вово. Ну він мені сказав, я пішов на ті вон склади, виписав 4 машини того самого насіння, ну і засіяв звідси вон аж вон туди вово. Тепер ти мені скажи, Сань, ти мені скажи. А що зразу, як щось того, то я? Зараз то теперка, то була весна, то було ще тоді. Пане голову, та якби я ще тоді знав, що з того во виросте отаке во, то я би ще весною то все на бойню здав. А зараз воно стоїть, реве криком кричить, воно того во їсти не буде, ні. Не бійтеся, не буде. Завали я собі той вово, завали. Той вово. Ти мені скажи, як того все могло пройти по тих воп-паперах? Ти розумієш, що нас за того все можуть посадити? Ой, за того посадять, за того випустять. Дивіться сюди во. Отово плюс того і то все туди. То даємо тим, вони передають тим, щоб ті порішали з тими, хто зверху. Потім, то все, що лишилося, всім селом скурим. Тоді спокійно з'їдаємо то все, що реве, голодне криком кричить. Його не треба буде годувати і будемо мати на зиму чистий спокій. Я тобі що казав? Розумний чоловік у нас. Отак, пані та панове, і в Україні. І ніби колгосп багатий, і голова колгоспу не дурний, але той тому во. Отово туда вово, ті тим, що зверху, і виходить, що ми з вами, як ті вово. Мої дорогі друзі, останній парадокс на сьогодні. 15 днів відбувалося святкування Дня Києва. За цей час по місту проїхало мерседесів більше, ніж в Німеччині випускається за рік. Проведено концертів більше, ніж в Норвегії, Швейцарії, Фінляндії разом взятих. Було випито пиво на суму, яка вдвічі перевищує бюджет Румунії. Було видано листівок загальною площею більшою за площу Люксембургу. І враховуючи, що все це відбувалось в одному тільки Києві, ми можемо сміло сказати, Україна вже точно готова до вступу в Євросоюз. І все буде добре. Якщо кому-то показало, що це фінал третього конкурсу «Музикальне домашнє завдання», тут ошибся. Поскольку еще одно свое музыкальное домашнее задание показывает еще одна команда, участница этого четвертьфинала. Сургутнефтегаз. Сургут. А в нашем музыкальном домашнем задании я расскажу вам о своей жизни. В детстве папа очень часто подбрасывал меня и шлепал по попке. Поэтому можно сказать, что я все схватывал на лету. Даже сказку 12 месяцев. Я тебе говорю, по СМС ты фильм не перекинешь. Не перекину. Только через забор. Только через забор. Привет, мужики. Здравствуй, девочка. А как тебя зовут? А на этот вопрос я отвечу вам песней. Это на белом света. А что ты делаешь одна в этом темном лесу?
Злая мачеха послала меня в лес за подснежниками. А, за подснежниками. А, за подснежниками. А что это? А что это? Ну, то, что под снегом. Злая мачеха послала тебя за торфом. За торфом. Да, у нас завтра юбилей, и нам нужен киевский торф. Свечу-то я уже взяла. Послушай, а почему ты думаешь, что твоя мачеха такая злая? Ну, этому есть несколько причин. Во-первых, мы спим отдельно. О, это сильный удар по твоему самолюбию. Она заставляет меня выносить мусор. И что? Я не выношу мусора. Она не разрешает мне завести котенка. А зачем тебе котенок? Я тоже хочу на ком-то вымещать зло. Правильно. И из-за нее мне никакой личной жизни. У тебя из-за мужских гормонов никакой личной жизни. Считаешь? Убежден. Так, я понял, в чем суть проблемы, и пойду посмотрю, что у нас есть под снегом. Слушайте, а вы как бы вот три месяца, сентябрь, октябрь и ноябрь. Сентябрь все любят. Конечно, 1 сентября, бантики, дети идут в школу. Мужики, кузов от Запорожца нужен? Нет. Ноябрь тоже все обожают. Конечно, день КВН, 8 ноября. Само собой, да. Кабель алюминиевый? Да, там положи. Слушай, а вот октябрь все ненавидят. Это почему? Призыв. А, призыв. Нашел! Нашел! Держи! Слушай, это точно подснежник? Ну не бутылка же! Слушайте, мужики, а где остальные 9 месяцев, а? А ты думаешь, почему наш костер так ярко горит? Они трава носят. А! Ладно, давайте все, спасибо большое! Девочка, а деньги? А на этот вопрос я отвечу вам песней. В школе я любил автобус больше, чем маму, потому что он чаще забирал меня из школы. А летом я ездил в Киев к бабушке, где политика проникла даже на дискотеки. Киев, давай, Киев! На день города салют лился 45 минут, и весь город наблюдал, как сгорал их капитал. Давай! Перед жинкою своей обязательства беру, если завтра борщ не справит, точно переизберу. На Майдане обнимают проходящих всех людей. Я другой страны не знаю, где так любят москалей. Потом я пошел на работу, где работал по принципу «бери больше, кидай дальше». Поэтому на фарфоровом заводе я долго не продержался. И пошел на стройку. А здорово было бы, если бы наш прораб хотя бы один день не ругался матом. Точно! Вот представьте, если бы наш прораб вместо нецензурных слов дарил бы нам цветы. Цветы. Так! Эй, вы! Чего стоите, а? Почему не работаете, а? А что делать-то? Антон Олегович! Берите вот эту вот и несите ее туда! Да! Вас! Кто? Начальник участка! Да. Не-не-не-не, цемента хватит, да. Цемента хватит. Конечно, да. Да. Понял. Да, понял. Свободен. Подожди. Спасибо.
Значит так, звонил этот Михалыч. Завтра придут два вагона с этим цементом. Так что берите всех ваших и все на разгрузку. Понятно? Понятно. Антон Олегович, там на вашу новенькую копейку КамАЗ щебня разгрузили. Чё? Щебня. Это далеко не все, что я могу рассказать вам о своей жизни. А слова финальной песни нам написал великий украинец Шевченко. Андрей Шевченко. Ему все равно там в Челси заняться нечем. День сегодня будет наш, и грустить не надо. Этот город нас согрел сердцем своим. Киев нас соединил, расставаться нет причин. Нет причин. И пусть КВН тогда смешает нас навсегда. И руки опять пожмут ваш Киев и наш Сургут. Пусть снова на всех судьба опять приведет сюда. И сердце свое открой, и изъявитель мой. Ну что, друзья, остается сказать? Остается сказать, что игра сыграна, и вновь я команды зову на эту сцену. Прошу. Ну и теперь, поскольку команды сказали все, я предлагаю поговорить членам нашего жюри. В общем, тематически я их не ограничиваю, можете говорить о чем угодно. Если вдруг захочется сказать об игре о командах, тоже, в общем, будет... Юрий Павленко. Доброго вечора всім. Але, ну, найперше, перед тим, як говорити про команди, хотілося б спростувати наклеп, який був в самому початку гри. Сидів всю гру, мучився. З приводу зловживання службовим становищем. Ні, квиточок у мене є. Все чесно. Як сказали хлопці з Тернополя, у нас же корупції в країні немає. Я знаю. Але я думаю, що була надзвичайно гарна гра. Я хочу подякувати всім командам. Тернопільська довела, що вона особлива. Хочу подякувати Сургуту. Сургут може... Ну, вони непогано прижилися в Києві, але Сургут може їхати, Нефтігаз хай залишається. Також я хочу подякувати і іншим командам, кожна з яких претендує на участь далі у фіналах. Дякую вам, слава КВН. Спасибо. Лілія Подкопаєва, пожалуйста, Лілія. Добрий вечір, дорогі друзі. Спасибо большое. В прошлый раз я нарушила свою традицию и не поблагодарила зал за те эмоции, за те аплодисменты, за ту теплоту. Поэтому искренне говорю всем большое спасибо. Вам, вам, вам. Ребята, спасибо вам всем огромное за прекрасные эмоции. Тернопольская особливая, хочется сказать, что нужно добавить еще и перца, хотя вы уже с перцем. Вот. Ну и новичкам пожелать удачи, вдохновения, терпения. Все-таки это не так легко быть впервые. Ну и, конечно же,
всего самого наилучшего, летнего отдыха, отпуска. Отдыхайтесь, набирайтесь сил. И спасибо вам огромное за такие потрясающие эмоции. Спасибо. Ольга Сумская. Перцы добавят винницкие. Перцы, да, есть еще такая программа. Собственно, команда. А пыталась быть сегодня беспристрастной. И, как? Вдруг? Чего это? Да. Но, видимо, все-таки прав оказался Александр Васильевич, как, собственно, всегда, сказав в начале программы, что КВН — это настоящий праздник, и, если хотите, болезнь. Так вот, болели сегодня мы за всех, без исключения. Но настоящим праздником оказалось, конечно, выступление Сургута. Спасибо. И наших неперевершених хлопців, тернополян. Героям слава, хлопці! Чего-то большего ожидала от Политеха. Ваши аплодисменты, друзья. Все равно любимая команда. Одесситы, белорусы, подтягивайтесь. Вы тоже замечательные. Посему определились лидеры. Это две команды. Я уже об этом сказала. Благодарю вас. Спасибо. Сергей Астахов, пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые зрители. Телезрители, здравствуйте. Ну, к сожалению, у меня билетика такого нет, но я думаю, что на правах гостя я могу и по приглашению сегодня здесь поприсутствовать. Сургут, ребята, я думаю, что кроме газа и нефти вы нам сегодня очень много доставили хорошего, положительного, правильного, здорового, свежего юмора. Спасибо вам большое. Я очень хорошо запомнил вашу миниатюру, как вы доставляли из арены... Бедный таксист животное. Спасибо вам за это. Что же касается... А почему именно этот момент, Сергей, вам? Вы знаете, я вчера не, был... Я просто, мне интересно. Я несложно отвечу. Я живу здесь, рядом с ареной, и очень часто вижу нечто подобное. Узнал. Ну вот и все. Ну вот и все. Что же касается команды из Тернополя. Извините меня за то, что я не всегда и не все понимал на вашем языке. Каюсь. Вот. Но прошу лишь одно. Возьмите меня в свой холодильник, Samsung. Вам было там так хорошо. И, судя с ваших слов, Украина уже готова вступить в Евросоюз. Ребята, вы уже готовы стоять на пьедестале на первом месте. Во всяком случае, сегодня. Спасибо. Спасибо. Алексей Мачанов, пожалуйста. Я здесь был не только как член жюри, но и как... член команды из Тернополя, потому что если бы я не переводил Астахова, я думаю, что вы бы половину этих очков не получили, которые он ставил. Хотя сам не очень хорошо, к сожалению, говорю по-украински. Я не болел, я получал море удовольствия. Тернополь лучше не придумаешь. Хлопцы, вы краще. Сургут, мне очень хочется, чтобы вы прошли дальше, потому что потенциал огромен. Политех, я уверен, что кроме того, что Савик Шустер, если будет уезжать куда-нибудь к себе домой в Италию, у вас есть человек, который спокойно может вести программу «Великий украинец», никто этого не заметит. У вас еще растет потрясающее подрастающее поколение. Одесса великолепна, белорусы традиционно сильны, но пока я видел команду из Беларуси помощнее. А шутку о том, как эвакуатор грузит эвакуатор, я не забуду никогда вообще. Если бы ее пошутили раньше, Черновецкий бы не стал мэром Киева. Спасибо вам огромное. Спасибо. Уважаемые судьи, максимум за музыкальное домашнее задание 6 баллов. Давайте, как команды выступали. Итак, музыкальное домашнее задание. Кто остался после цирка? Одесса. 4-4-4-4-5. Это же конкурс дельфинарий, Пинск, Беларусь. 4-3-4-4-4. Политех, Киев. 5-5-5-5-5. Тернопільська особлива. Все судьи 6 баллов. И этот же конкурс команда КВН Сургут Нефтегаз. Город Сургут. Все судьи 5 баллов. Спасибо. Итак, что у нас получилось в итоге? Мы поймем, когда выскажутся наши редакторы. Что там со средними баллами и с итогами игры?
Прошу. Средние баллы за музыкальное домашнее задание. Киев 5 баллов ровно. Сургут 5 баллов ровно. Пинск 3,8 балла. Одесса 4,2 балла. Тернополь 6 баллов ровно. Общий итог игры. Команда КВН «Дельфинарий» Пинск 11,4 балла. Команда КВН «Кто остался после цирка» Одесса 12,2 балла. Команда КВН «Политех» Киев 13,2 балла. Команда КВН «Сургутнефтегаз» 15,6 балла. Команда КВН «Тернопольская особлива» 16,6 балла. Итак, мы поздравляем третью пару полуфиналистов Высшей украинской лиги КВН образца 2008 года. Второе место за командой «Сургутнефтегаз», «Сургут-Россия» полуфиналисты. И, безусловно, полуфиналисты, занявшие первое место, команда «Тернопольская особлива», город Тернополь. Напомню, что эти две команды в полуфиналах уже ждут победителей первых двух четвертьфиналов. Это команда КВН «Винницкие перцы», команда КВН «Сборная старого города» Курск, сборная блондинок Украины Харьков и сборная Мариуполя «Причем здесь мы». И сейчас я внесу окончательную ясность в состав полуфиналистов нашего сезона событий. Вот у меня в руках итоговый рейтинг трех четвертьфиналов, согласно которому я сейчас назову те команды, которые составят компанию нашим полуфиналистам. Для начала о количестве. Как и в прошлом году, путевки в полуфинал в сумме получат 10 команд. 6 из них уже названы. А теперь еще о 4. Согласно рейтингу, 4 команды, занявшие вот эти первые 4 высшие строчки, я называю и... Стало быть, объявляю их полуфиналистами нынешнего сезона. Команда КВН «Рудник», Москва. Команда КВН «Принцип БГУ», Минск. Команда КВН «Мыс Челябинска», Челябинск. И команда КВН «Политех», город Киев. Ну что ж, на мой взгляд, состав отличный. Надеюсь, что нас ждут сильные полуфиналы. Всем удачи. Пока. Спасибо.